И всем привет, дорогие друзья, я рад всех видеть, неважно, новенькие или старые подписчики, я все равно всех рад видеть. Ну а так, давайте перейдем к видео. И сегодня я собираюсь нарисовать рисунок из Звездных войн, именно что-то вроде новогоднего. Но, к сожалению, рисунок будет маленький, но идею мне подсказал спонсор Твинки. Во-первых, спасибо за то, что он спонсор, а во-вторых, за то, что он под постом для спонсоров написал единственную свою идею. Так что ему большое спасибо. К счастью, мне идеи очень много нужно. Все-таки два видео в неделю, как-никак. Поверьте, это правда. Ну а так, давайте начнем к видео. Всем приятного просмотра. А началось с того, что я самостоятельно пробовал нарисовать, а точнее срисовать с ноутбука, первую фазу брони клонов. Да, кстати, первая и вторая фаза у брони клонов сильно отличаются, так что их-то не надо особо путать. В итоге я решил просто взять это изображение из Гугла и просто по нему срисовывать. Да, я особо не оригинальный, и срисовка была не очень, но сойдет. А далее я вместо винтовки мне пришлось сделать подарок. Пришлось немного с руками повозиться, но с анатомией у меня все плохо, так что вышло не очень. Я думаю, то, что голова нужно было ее сделать так, чтобы она смотрелась. Ну ладно. Так скажем, это мелочи. Но единственное, самое весомое, мне, как мне кажется, проблема, которая видна сразу даже плохим художникам или вообще не художникам, это то, что фон и елка, которые будут в конце. Елку я взял из своего этого проекта для Нового года, потому что ночи нет. А вот задний фон я взял из ангара Венатора. Скажу, согласен, вышло не очень, но времени у меня было в обрез, так что на весь рисунок я уделил час. Это мало. Очень мало. Ну, ладно, приятного всем просмотра. Не буду вам мешать.